мы сегодня собираемся на охоту, собираемся на перепела. Вот, у нас сегодня в команде Сергей, Матео уже уехал, вот, семерочку я сейчас выкидываю, надо зарядиться девяточкой. Забить, потому что говорят, птицы много. Все, увидимся в угодьях. Все, пойдем охотиться. Оператора не забыл? Иди рядом. Ага. Сейчас пойдем вот там, где. Шумовых стреляем? Да. Ай, молодец. На лету поймала. Белка ко мне! Белка! Оп! Нельзя! Блядь, ко мне! Первый мой перепел! Нельзя! Так второй уже! Ну, ему тут! И, именно! Стой, ну, и стрельнутый первый! Оп! С полем! Вкусный! Так! Вот когда выцеливаешь, нормально, бьёшь его? Мазила! Не, не, здесь, здесь. Может быть, смотри. Вот. Да, да как? Я, кажется, перепел. О, ему попало, Серег. Попало. Подранок. Я запо. Вот, вот, вот белочка, ой, ловил, вот. Капец, он бегает. Яга, успокойся. О. Первый. Блин, а тот подранок. А? Чё она там? Стала? Молодец, Серёг. Вон. С полем. Так, ждем. Молодец. Пойдем дальше. Не. Я вижу это, видел, куда он сел. А это под тебя, Лёв? Да. 100%.
А, вот он битый. Битый? Ха, вот он лежит, смотри. Я же сказал, ему попало, смотри. Я увидел, что он сюда приземлялся. Белка, искать. Ага. Белка. Тут поищи, поищи. Море вообще не чует. Что-то с ней не то сегодня. А, примерно. И... Смотри, я же сказал, ему попало. Да. Фу, хороший, крупный какой. О, Матвей там что-то... Нет, он был в машине. Машину пошел уже? Да, видишь, что-то у него... Молодец, Белка. Стоять. Дай. Молодец. Неси ко мне. Молодец, Белочка. Ну. Молодец. Стоять. Иди сюда. Ушел, убежали. Улетели уже. Все, все поздно. Да, да, Белочка. Да, молодец. Я их уже спугнул. Были, 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 были. Молодец, да. Да, да, да. Пойдем сюда. Молодец, молодец, да. Стой! Давай, давай, давай. Взять ее. Дай мне ее. Молодец. Молодец. Фу, 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 фу. Дай, 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 дай. Молодец. А спонсор сегодняшнего выхода Dog Money. А сейчас прикинь, Матвей стрелял. Он улетел. И я видел, куда он сел. Подходим, лежит. Сегодня меньше гораздо. Меньше. Сегодня меньше вообще в разы. И сидят они, вчера сидели по одному, по два, а сегодня, сегодня сидят по шесть. То есть влетает, по одному стреляешь, а они все взяли и улетели. У меня сейчас вот, когда вот я пошел вниз, вот я сейчас трех взял, вот там вот внизу вот за вами, когда вот мы с вами встретились, я по ветру встал, он с такой взаимопонимание, то есть она такая раз такая, и она мне показывает, типа, стой тут, я типа сейчас на тебя толкну, такая задним ходом, и такая обошла, и на меня там две штуки, я одного промазал, а второго взял вторым выстрел. Меня, блин, сейчас просто, то есть она перестала. Ой, это какой красивый. Ага. Темный. Да, темный. Ну вот. И у меня сейчас такое взаимопонимание с собакой, ну просто офигенно. Да вот, я жалко, не успел заснять, как стойка была. То есть стойка, да, такая вот идеальная. Стойку не успел заснять, да. С хвостиком таким этим. И она такая, раз, шаг, он взлетает, я брж, перья. И он скачет, и она его ловит, хап, опять на лету. Вот у него есть запись это. Там вообще просто кадры должны быть. Ну, говорю, белка сегодня что-то вообще. Ну, вот она здесь вначале стала, как мы приехали, и все. Потом и... только показывает. Не, она хоп, причуивает, да. И все, и убегает. Да. И мы сами поднимаем. А. Так, охота у нас сегодняшняя вот трянка закончилась. Мазали, хорошо мазали, да? Я поначалу вообще шикарно мазал. Не привык к такой быстрому подъему птицы. Леха у нас поднял больше всего птицы. Без ружья. Без ружья, да. Вот. Ладно, мы поехали отдыхать. Вы не забывайте подписаться на канал. Серега, как всегда, поставит дизлайк. Я поставлю прям первый, дизлайк будет мой. Вот, увидимся в угодьях. До скорых встреч, друзья.